Алоха, криптовалютчики! Я рад снова приветствовать вас на своем канале, и сегодня мы поговорим о интереснейшем проекте, чье ICO успешным образом уже завершилось, и данный стартап уже обрел свою жизнь. Это Distributed Credit Chain, и мы находимся на их сайте. Что же такое Distributed Credit Chain? Это децентрализованная peer-to-peer экосистема, которая предназначена целиком и полностью для создания объединения всех пользователей, которые являются частью банковской сферы и пользуются финансовыми банковскими услугами. Вот для чего придуман Distributed Credit Chain. Суть этого проекта состоит в том, чтобы создать собственную экосистему, базирующуюся на технологии блокчейн, которая выведет экономический мир, мир экономики и финансов на совершенно новый уровень, построив чистые, прозрачные, доверительные отношения между людьми, между, так сказать, конечными пользователями и поставщиками разнообразных банковских услуг. Мы, безусловно, понимаем, каждый практически сталкивался с огромным количеством проблем. С огромным количеством проблем в банковской сфере, и Distributed Credit Chain должен их решить, избежать монополии структурного рынка, монополии экономических учреждений на этом поприще, чтобы каждый участник получал свою, так сказать, законную выгоду, финансовую выгоду и способствовал росту экономической системы в целом. Сейчас она вообще несовершенна, огромное количество проблем, да, то есть, конечно, стало лучше, чем, например, 10 или 20 лет назад, когда банковские переводы, например, могли идти от одного адресата к другому месяцами. Было куча всяких нюансов, проблем, недостатков. Ну и сейчас это никуда не делось, несмотря на то, что современные технологии, компьютерные технологии пришли в наш мир. В общем-то, намного лучше не стало, да? Бюрократической волокиты немерено, плюс ко всему банковские сотрудники могут, например, у вас поинтересоваться о нахождении ваших и происхождении ваших средств на счету, поскольку банк — это централизованная структура, и заморозить их. Причем неважно, да, вы можете при этом быть честным человеком, не являться вором, все равно пока до рассмотрения, до выяснения обстоятельств ваши средства могут заморозить. Distributed Credit Chain планирует решить эту проблему индивидуальным подходом. Вся информация будет храниться в блокчейн, в блочных цепочках, да, соответственно, данные будут прозрачны, вся информация будет доступна любому и каждому. Децентрализованная система, собственно, этим и хороша. Будут задействованы разнообразные компьютерные алгоритмы, которые будут анализировать дату, все данные, выносить какие-то решения, которые действительно базируются на юридических моментов, на политике вообще общей финансовой системы, а не конкретных владельцев там, того или иного банка. Кредитная история будет вся храниться, будет доступна, и никто не сможет попортить искусственно или изменить и так далее. В общем, много-много всяких плюсов и преимуществ будет доступно. То, что я сказал, да, основная цель — это разбить монополизацию, децентрализовать все, что только можно. Да, децентрализация, опять же, позволит людям из любой точки земли пользоваться данным сервисом, что сделает, естественно, рентабельнее всю экономику в целом. Можно будет избежать внедрения, так сказать, влияния третьих лиц и посредников. И многое-многое другое. Да, будет распределена, использована система новая, бизнес-структура абсолютно новая. Вместо принципа, так сказать, персональной финансовой ответственности, все управление капиталами будет осуществляться по уникальной, одноранговой, распределенной системе. Ну, конечно же, это все будет законно, юридически обеспечено, все будет честно и прозрачно. Что ж, друзья, я на этом закончу свой краткий обзор Distributed Credit Chain. В следующий раз мы поговорим с вами о дорожной карте, о команде проекта и других нюансах. Я на этом с вами прощаюсь, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.